Илья, ты знаешь, какие удивительные подвиги иногда совершают обычные вроде бы кошки? Вот я, кстати, недавно читала, что одна жительница Великобритании нашла в своем саду бездомную кошку, решила ее приютить, отнесла ее в ветеринарную клинику, чтобы поставить ей чип. И оказывается, при осмотре животного было выявлено, что у нее уже стоит у этой кошки чип, и родом она из Дании. Но как кошке удалось проделать такое путешествие, до сих пор остается загадкой. И, кстати, хозяев кошки тоже не удалось найти. Друзья, если вы будете в Испании и увидите вот эту кошку, Нюсю, которую мы сейчас покажем в следующем сюжете, знайте, она наша, ярославская. Об удивительном приключении бездомной кошки, которая обрела поместье в Испании, мы уже рассказывали. А вот продолжение этой истории. Смотрим. На этих кадрах вы видите, как ярославская кошка осваивается в своем новом доме. А дом этот находится в тысячах километров от Ярославля в солнечной Испании. Еще в сентябре мы рассказали вам про удивительную и трогательную историю бездомной кошки Нюси. Звонит мне, у меня телефон, и мне в трубку говорят: «Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна, я звоню вам, знаете, из Испании». Именно с этого момента жизнь бездомной кошки не только привлекла внимание пользователей интернета, но и изменилась в одночасье. Татьяна из Испании загорелась желанием забрать ярославского пушистика к себе за границу. Ни расстояние, ни другие обстоятельства не стали преградой для воссоединения семьи. Мы с Нюся едем в Москву. Нюсинда, смотри в камеру. Встреча произошла в аэропорту Домодедово. Сюда ее привезла семья Киричек прямиком из Ярославля. Все это время Людмила ухаживала и заботилась о кошке. И своим долгом девушка посчитала довести начатое дело до конца. Привет! Не знаю, кого обнимать. Доехали! Перелет прошел успешно. Всю дорогу Нюся летела на коленях у своей хозяйки. Татьяна следила за самочувствием кошки, а Нюся, в свою очередь, чувствовала заботу и внимание. И на удивление вела себя тихо и спокойно. Такая удивительная история просто не могла закончиться иначе. Ну вот, мы наконец и дома. Это наш балкон. Хотим выразить благодарность всем людям, которые переживали, помогали нам воссоединиться.